Здравствуйте, друзья! С добрым утром, ребятки! Вы смотрите наш «Покажи класс»! Степашка, ты решил нашу студию цветами украсить? Нет, я решил снег во дворе украсить. Надоело, он все время белый. Однообразно как-то, тебе не кажется? Нет, мне не кажется. Но среди наших зрителей у тебя нашлись единомышленники. О чем это ты? Наши конкурсанты решили раскрасить снег. Сейчас увидишь, что из этого получилось. Включай скорее, ужасно интересно. Вот. И держи вот так. Опа! Первый пошел. Какого цвета у нас получился снег? Разноцветный, синий снег, да? Здорово. Сейчас мы сделаем еще цветной снег. Мы взяли зеленый шарик и лопаем его, и получается... Пяу! Еще одна лужа. Первая лужа синяя, следующая лужа зеленая. Какая же тут у нас вода? Ух ты! Вот такая лужа получилась. Последний, да? Ну, давайте посмотрим, какая у нас получится здесь лужа. Давай. 3-4. Лопаем. Ох, какая! Вау! Это и правда круто! Какие изобретательные ребята! Да, здорово придумали! Обязательно повторим после программы. А сейчас продолжаем. На очереди видео от следующей конкурсантки. Веселое занятие. Только главное после этого согреться и одежду высушить. Обязательно. К тому же дома тоже есть чем заняться. Следующее видео от братьев Кости и Юры. Молодцы! Друзья, присылайте нам видео о своих увлечениях. Мы точно знаем, что вы все очень талантливые. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Коры».